самое вкусное варенье, ежевичное. Готовится очень быстро и просто. Это самое простое в приготовлении варенье. Моем ежевику, выкладываем ее в кастрюлю, добавляем 300 грамм сахара и натираем на терке цедру одного лимона. Ее выкладываем сразу в кастрюлю и выжимаем этот лимончик. Он нам пригодится чуть позже. А пока ставим кастрюлю с ягодами на огонь. Минут 20-30 даем покипеть этой смеси и выливаем в кастрюлю лимонный сок. И еще через 20 минут мы прокручиваем миксером получившееся варенье. Оно приобретает вот такую консистенцию. Ставим опять на огонь и еще 10-15 минут даем покипеть. Вот оно такое должно получиться. В стерилизованные банки выкладываем варенье, накрываем крышкой, не закрываем, ставим кастрюлю с горячей водой и оставляем кипеть час. Потом мы достаем банки, переворачиваем вниз крышками и оставляем остывать. Варенье готово. Приятного аппетита!